сегодня в Чебоксарах, в микрорайоне Садовый, открылся второй корпус детского сада номер 203 «Непоседа». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 340 малышей, и на этой неделе здесь появились первые воспитанники. Новоселье – это всегда праздник. Детский сад строился почти 3 года. В уютном дворе – игровая зона с песочницами, качелями и горками. Само здание отличается высокой функциональностью и продуманной структурой. Специалисты считают архитектурный проект одним из лучших. В этом убедился и глава республики. Здесь нашлось место для бассейна, залов для занятий музыкой и спортом. Предусмотрены медицинские блоки, кабинеты логопеда и психолога. Из республиканского бюджета на это было выделено 140 миллионов рублей, а из муниципального предоставлено более 6. Детский сад планируется полностью комплектовать до 1 сентября 2017 года. Мы детей начнем принимать с 3 июля, а до этого они будут приходить уже завтрашнего дня просто для знакомства на час, на два. Мы начали уже принимать педагогов и младших воспитателей. Здесь просторно, светло и уютно. Маленькие обитатели за считанные часы успели обжиться в новом пространстве и, кажется, в восторге от всего происходящего. Мне здесь очень нравится, и тут красиво и много игрушек. Дети и родители с удовольствием разглядывали новые спальни и игровые комнаты. Мы очень рады, что наконец-то наступило наше долгожданное открытие нашего садика. Мы очень этого ждали. Я мама 3 детей. У меня дочка младшенькая, нам 3,5 года. Самыми счастливыми в этот день все же были родители. Они говорят, что детский сад «Непоседа» можно по праву назвать лучшим в городе. Рифат Фаткулин, Олег Якимов, Республика.